Сегодня немножко необычная такая будет передачка «Внезапный вепрь», потому что мы сразу будем говорить о вещах не смешных, наверное, и волшебных. Дело в том, что Клим Александрович Жуков, которого мы все ценим и любим, недавно записал очень интересное видео, которое мне приглянулось. У него он прибег к марксистскому анализу «Властелина колец». И получилось достаточно занимательный ролик. Вот, я вам вкратце его здесь приведу. Всем привет! А такой вот вопрос, не пора ли замахнуться нам на Джона нашего Рональда Руэлла Толкина? Эти всего «Властелина колец», а «Кольце всевластия». Я никак не мог понять, конечно, почему это одно кольцо, которое Саурон тайно сковал, будет командовать всеми остальными кольцами, собственно, с какого перепуга. По крайней мере, в контексте Средиземья. Проявим милосердие к слушателям, потому что Клим Александрович здесь наговорил на пару часов. В общем, вся идея основная Клима Александровича заключается в том, что кольцо символизирует капитализм. И, так сказать, выкладки очень интересные у Клима Александровича там. На самом деле я рекомендую действительно посмотреть этот ролик, в отличие от многих других роликов Клима Александровича, чтобы внимательно проследить за мыслью. Она у него очень хорошая, нетривиальная там. Например, он полагает, что в каком-то смысле уничтожение кольца есть освобождение материи от гнета идеального. Это короче, воображение у него есть. Вот. И то, что здесь дело в том, что Клим Александрович, он абсолютно сделал верные наблюдения, как мне кажется, те же самые наблюдения, что сделал и Толкин. Мне кажется, что здесь все абсолютно совпадает. Клим Александрович как бы разгадал замысел профессора, на мой взгляд, практически точно. Проблема в другом. Проблема в том же, в чем, пожалуй, была проблема того самого соколиного глаза, который на третьи сутки заметил, что в сарае нет одной стены. Проблема в том, что Клим Александрович разгадывал шифрограмму, которой не было. И с помощью инструментария, который Толкиным не предполагался. А для того, чтобы достаточно быстро и коротко понять, что же на самом деле имел в виду наш уважаемый профессор, как бы за этим не нужно далеко-то особенно ходить. Да? Ветеран Первой мировой войны, друг и единомышленник Клайва Льюиса и Честертона, то есть все трое, да, являлись христианскими проповедниками через литературу. И мысль его на самом деле относительно кольца, она довольно проста. Кольцо является соотнесением
безусловно, к кольцу царя Соломона. Вот, правление которого является высшей точкой развития израильского государства, древнего израильского государства. Того самого периода, когда могущество Израиля было столь велико, что каждый год подвластные Израилю народы присылали царю Соломону 666 талантов золота в виде дани. И то, о чем говорил, то, на что, так сказать, очень толсто и прозрачно намекал профессор, да, а именно власть золота, оно там разгадывается, так сказать, без апелляции к Марксу, вот, и без... Хотя марксистский анализ Клима Александровича я считаю очень интересным и заслуживающим внимания. Вот. Но тем не менее, можно обойтись без этого, чтобы понять, что же имел профессор в виду, как мне кажется. Вот. Достаточно обойтись христианскими символами, потому что Толкин, безусловно, говорит с нами на языке Библии. Значит, это соотнесение именно к кольцу царя Соломона, и это, безусловно, отнесение к власти золота, которое у него есть одна, для того, чтобы понять, что это такое, почему это именно капитализм, да, а не что-нибудь другое, да, нужно соотнести его с остальными, во-первых, кольцами. Вот, а во-вторых, с его свойствами. А именно, в чем же его, так сказать, его зло? Да? В чем зло? А зло в том, что мы когда рассматриваем вот эти вот процесс создания колец, три эльфам, семь гномов, девять людям, да, то мы, каждые вот эти вот волны колец, да, они соотносятся с каким-либо качеством. И кольца, которые были отданы эльфам, это кольца, связанные с интеллектом, с искусством, да, это кольца интеллигенции, переданные, да. Вот, значит, дальше кольца гномам, да, это кольца, связанные с добычей, да, с присвоением, с жадностью, с обладанием, с умением добывать. Да, не обязательно там, так сказать, руды, да, вот, а добывать вообще все, что угодно. Вот, и последние кольца, кольца, значит, отданные людям, там в нашем переводе это, значит, что люди, которые стремились к власти, это не совсем правильно. К могуществу, к power, вот, значит, к могуществу, к силе, это сила, насилие, власть, насилие, сила, могущество, вот такое вот синкретическое понятие, вот, для того, чтобы и... Все вот это вот, все эти, для того, чтобы эти кольца работали, да, они должны соотноситься с какими-то человеческими качествами. То есть стремление к знанию, мудрость, да, должна быть. Значит, стремление к наживе, да, к, это, потому что купцу ему свойственен и авантюризм, и страсть, и смелость. Многие другие человеческие качества, которые превращают человека в купца, путешественника, в добытчика, да, и так далее, бизнесмена. Вот. И третье – это стремление к обретению могущества. Да, это, так сказать, люди, которые живут мечом, силой, властью, да, государственной властью. Которые добиваются ее, для этого тоже нужны качества. Вот. А единое кольцо,
которое правит всеми, да? Оно что делает? Оно подчиняет себе всех. Оно отчуждает власть от человеческих качеств. Но все они оказались обмануты. А, собственно говоря, капитализм ведь именно это и сделал. Вот. Это капитализм, это эмансипация власти от качеств, от человечности вообще. Когда власть стала принадлежать не людям в силу их знания, в силу их, так сказать, стремлений, так сказать, смелости, да, стремлений к открытию нового, присвоения и так далее, авантюризма, не, так сказать, в силу их силы, простите за тавтологию. Вот. А власть стала следовать за предметом, за золотом. Вот. У кого золото, тот правило устанавливает. Вот. Зло кольца заключается в эмансипации власти от человеческих качеств, от человечности как таковой, в широком смысле этого слова. А в узком смысле этого слова кольцо символизирует страсть. Страсть, прелесть. Прелесть – это страсть. Вот, человеческая. Человек не может расстаться со своим грехом, бросить его туда, откуда оно было выковано для того, чтобы взять над ним власть, да, в ад его отправить. Вот, оно властвует над человеком, то есть он, человек носит его как кольцо, человек обручается со своей страстью. Вот, он с одной стороны носит его, а с другой стороны оно его сковывает, оно его поглощает, оно его вокруг. Человек одновременно носит кольцо, и он окольцован. Будучи кольценосцем, да, кольценосец, да, вот, как и крестоносец, он, кольцо здесь воспринимается как бремя. Вот. Поэтому для того, чтобы, на самом деле, для того, чтобы сделать это потрясающее открытие о том, что Толкин имел в виду под кольцом капитализм, да? Вот, то есть силу, которая присваивает себе власть над знаниями, над смелостью, значит, над силой и так далее. Вот, отчуждает эту власть, присваивает ее себе, да? Вот, делает власть абсолютно бесчеловечной. Да? Вот. Для этого не нужно было 2 часа биться в эпилептическом припадке, значит, разжевывая самому себе и окружающим представление «товар, деньги, товар». Вот. Нужно было просто взять и посмотреть самого, так сказать, профессора Толкина, да, и что он об этом думал, кем он был и зачем он, о чем он писал. Вот, так сказать, Толкин намекал на это вполне откровенно. Ну, а вообще, я поздравляю Клима Александровича с потрясающим открытием. Вот, сколько ему там уже, 50 с чем-то лет, да, ну, молодец. Так держать.